бредите ночью, вы на канале Vampire Vlog, и сегодня у нас-то будет special content. Special, потому что новый исполнитель под названием Kill Milk. А мне рассказали еще до начала, что этот исполнитель новый, и он как темная лошадка, никто ничего про него почти что не знает. Он появился только в этом году, и у него уже очень сильный продакшн, очень сильные клипы, уже, допустим, определенное вложение в рекламу, да, то есть он уже собрал себе кое-какую, так сказать, аудиторию слушающих ребят. И это интересно, да, никто не знает, кто это. И у него какая-то своя вселенная, свое мировоззрение, какие-то свои образы в каждом клипе, да, и это здорово. А если ты что-то о нем знаешь уже, там, может быть, там что-то уже нарыл, то пиши, все, пообсуждаем, почитаю обязательно. Окей, первая песня, мы послушаем сегодня две песни. Первая — это «Колыбельная», вторая — это «Злой школьник», и обсудим, посмотрим. Возможно, это какой-то знаменитый чувак, который просто анонимно действует. Вау! Знаешь, как называется? Психодел такой. Именно, знаешь, голос такой психодельный. Вот как-то там его обработали очень злобненько. Ух. Классно, это хорошо. Если песня вызывает эмоции, это хорошая песня. Сядь на все в зеркале твоем, отражение мое. Я потерялась немножко. Обработка какая-то такая интересная. Спасибо большое, блин, обработка интересная. И благодаря этой обработке ты не понимаешь, кто это. Возможно, это в самом... Я серьезно говорю, это кто-то, кто имеет опыт хороший, да, потому что, ну слышно, ну поверь мне на слово. Вот, и... вот эти вот красные... Мне уже сказали про вот эти вот красные клубочки. Про красные ниточки, да, это тоже что-то особенное, что-то значит. Это интересно, да, вот знаешь, на самом деле я вспомнила за прослушиванием одну готическую группу, называется Lacrimosa. И там вокалист, как? Не помнишь его? Не помню. Я тоже не помню. Какой-то Тиль. Ну, короче, он тоже решил, так сказать, тихаря сделать свой проект. И тоже очень сильно голос обработал, и тоже многие ребята не сразу поняли, кто это. Но его раскусили быстренько, там сопоставили, посмотрели и узнали, что да, это он. И тоже там даже настолько обработали, как будто женщина поет. Ну вот, это оказался он. Я не помню, как его зовут, но он такой с белой прядкой. Это все, что я помню. А тут прям интересно, да? Я хочу еще посмотреть, давай пойдем к злому школьнику. Злой школьник, смотрим. Он ставит 18+, тебе уже их 18+, я знаю точно. Я уверена в тебе. Вот тут, знаешь, русский язык очень тяжел. Я не понимаю. Но качают. Это важно. Ты
Блин, я не увидел. Kill Milk School. Хорошо. Горизонт. Блин, я серьезно, круто. Блин, психоделла, я говорю, тут... Очень, я прям серьезно говорю, это очень интересное чувство у меня вызывает. Ух, ух, блин, агрессивно, жестко, серьезное творчество, да. Обалдеть. Не знаю, у меня вот вызывает это такие, знаешь, чувства какой-то прям вот маниакальной недвижимости, да, вот как это вот прям маниакальность, это интересно, да, это здорово, такой маниак. Потому что маниакальность это когда ты прям быстро двигаешься, все такое прям быстро-быстро, надо, я могу там все что угодно сделать там, и тут она передается так хорошо в этом клипе. Да, за счет кадров, за счет таких красных... За счет голоса, красные цвета. Охрененно. Это интересно, да? Но все-таки я здесь, уходя, оставляю ключ. Здорово. Все-таки я здесь поставлю вот это вот исполнителю, вот Айному нашему исполнителю, какое-то вот такое настроение маниакальности, да? То есть маниакальность это когда ты блещешь идеями, блещешь, у тебя очень быстрая речь, ты очень быстро двигаешься, да, тебя прям вот распирает. Ну, именно маниакальность, именно... Это я рассказываю про хорошее типа настроения, такой припойнтый. А маниакальность это когда это все гипертрофировано, да. Прям такое насыщенное, намеренное, да, такое жестокое, сильное, усиленное, да. Вот тут какой-то прям такой маниакальность есть. Я прям тебе точно говорю, вот я здесь это почувствовал. Мне прям само аж как-то затрясло, сейчас пойду, не знаю, там... Качать, тусить. Если ты не пойдешь тусить, я приду за тобой и будем тусить вместе. И под эту песню. Ну, короче, это все очень здорово, интересно. Спасибо, что ты посоветовал мне посмотреть, обязательно. И еще ты мне напиши, какие песни еще тебе тут нравятся. И напиши, как ты вообще его нашел, да. То есть, как бы человек, исполнитель появился, вот этот образ появился только в этом году. Когда ты его нашел, где ты его нашел, как ты его нашел, да. Как услышал, что первое подумал. Прям все хочу знать. Про тебя все хочу знать, потому что маниакальная песня заряжает. Окей, если тебе пора, смотри реакции, ставь лайк, подписывайся на канал. Пиши в комментариях, что ты думаешь об этом клипе, об этих клипах. И до новых встреч. Пока-пока.